Открыть вот эту дверь у непрошенного гостя не получилось. Вернее сказать, вор сделал неудачную попытку. Он повредил замок и хотел уже проникнуть в помещение. Не догадывался горемычный, что в квартире находится хозяйка. Услышав посторонние звуки, женщина сразу вызвала милицию. В дежурную часть Ильичевского района поступило сообщение о том, что по проспекту Металлургов неизвестное лицо пытается открыть дверь каким-то посторонним предметом. Через 10 минут милиционеры прибыли на указанный адрес. В это время фигурант сделал первые шаги и был сражен на повал. На него смотрела хозяйка жилья. Мужчина испугался и бросился бежать на первый этаж. Когда открыл подъезд, снова сюрприз и снова неприятный. На пороге встретили беглеца люди в милицейских мундирах. Поинтересовавшись у человека, откуда он идет, из какой квартиры, данный правонарушитель начал нервничать. Это было видно в его дрожащих руках, после чего он начал убегать. Я предпринял преследование, и правонарушитель метров через 200-300 был задержан путем приема рукопашного боя и надевания спецсредств в виде наручников. Полная фиаско потерпел злоумышленник, и ему ничего не оставалось делать, как рассказать о своих похождениях правоохранителям. В райотделе фигурант показал богатейшую коллекцию приспособлений для воровского ремесла. Порядка 30 различных отмычек в виде ключей и проволок помогали парню беспрепятственно входить в чужие закрытые двери. И еще немного фантазии, чтобы не попасться на горячем. Данный правонарушитель, чтобы соседи не видели, какие противоправные действия он совершает, были заклеены глазки данной площадки. Следственным отделом Ильичевского райотдела открыто уголовное производство по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины «Незаконное проникновение в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 3 лет ограничения свободы. Также следствию известно, что данный фигурант совершил еще несколько уголовных правонарушений в Приморском районе города Мариуполя. Лейтенант Кожедуб на милицейской службе чуть больше года. Говорит, такой яркий эпизод его профессиональной деятельности пока что первый. Однако события этого дня надолго останутся в его памяти. Не зря пришел работать в милицию, помог обществу, что на одного станет злодея, так сказать, меньше в нашем социуме.